Максим Акшенцев окончил колледж с повышенным разрядом. Он единственный мужчина среди выпускников поваров-кондитеров. Молодой человек признается, что любовь к кулинарии у него проявилась еще в детстве. А на достигнутом он останавливаться не собирается. Чувствую, что стало легче и набрался немножко опыта. А легче от чего? Легче то, что закончил, наверное, учебу. То, что есть какие-то перспективы в дальнейшее. Чуть-чуть больше будем двигаться дальше. В многопрофильном Муравленковском колледже выпускной. 42 человека в январе защитили дипломы, и вот торжественный момент. Слова напутствия звучат в адрес выпускников. Слова признательности и благодарности принимают наставники и педагоги. Сегодня все более и более востребован становится рабочий человек, рабочая профессия. Человек славен именем своим. Я думаю, что многие из вас добьетесь существенных успехов, уже работая на предприятии, на производстве. В этом году выпустилось 11 поваров-кондитеров, 15 мастеров по обработке цифровой информации и 16 автомехаников. Многие выпускники остаются в городе и будут работать на местных предприятиях. Востребованность выпускников рабочих профессий на рынке труда очень высокая и составляет больше 60% от общего числа вакансий. Для одних – выпускной начало трудовой деятельности, для других – начальная ступень в образовании. Пусть щедрой на добро и радость будет ваша судьба. И пусть этот праздник оставит в душе каждого только хорошие воспоминания. Памятным моментом вечера наверняка станет вручение долгожданных дипломов. Из них 3 диплома с отличием и 4 с повышенным разрядом. Благодарные выпускники преподнесли своим наставникам и учителям каравай, который испекли сами. Мы всегда будем общаться и дружить со всеми преподавателями, разумеется, с учениками. Дальше-то светлое, прекрасное будущее. Диана Везучий, Александр Анфимов, новости Губкинского.